эфире самый актуальный и прозрачный чарт казахстанской музыки во вселенной Гакку ТОП-10. Ты ждал камбэк, и мы вернулись. Причем не одни, но обо всем по порядку. Наливай лимонад, забивай на белку, мы начинаем. Начнем с претендентов. Первый из них — Алира Джао Капов. Он, как истинный ятмен, не дал своей давней подруге Гульназ Жолановой выйти замуж за цейлонского бизнесмена и чайного барона, чье имя не разглашается. Подробнее вот в этом клипе. Второй претендент – Бейбут Кушкалиев. Делится дельными советами касательно правильного поведения на танцполе. Бит пиледи, да короче. Поэтому слушай внимательней, голосуй в Телеграм. Десятку же открывают опашки из группы J-Run. Как их еще назовешь на 12-й-то неделе? В остальном никаких перемен в клипе нет. Их бьют, они плачут, полиции нет, бытовое насилие царствует, и это мало кому нравится, судя по 10-му месту. Пятой строчки стартует группа «Фаренгейт». Неожиданная капля рока в этой попсовой тусе выглядит вот так. Наслаждайся и голосуй, а я вернусь через некоторое время. Наши давние знакомые Ера и Еркихан по-прежнему грустят и хотят утопиться в зимний день, который напоминает нам с тобой о том, что лето тоже когда-то закончится. Погрустим пару минут и вылетим в космос. На седьмом месте комбо Нуртас. Зангар и Кайрат мощно пошумели за месяц нашего отсутствия, но этого запала не хватило для того, чтобы удержаться на высших строчках нашего чарта. Crop Words, Shit Words. Смотрим клип. Solitaire walk, border diamonds, shards, space and claps. I wandered lonely for a long time, looking for my queen of hearts. You're the moonlight satellite. Уже не совсем молодой Дастан Оразбеков спустя год после выхода трека запилил на него клип. Реакция уже не та у Дастана, зато реакция на Дастана все еще роляет. Собственно, поэтому он и оказался на шестой строчке. Кокаспан, кабылал, как говорится. Жаңбыр баяу төгілгенде ақ бұлттардан әсем бейне.
На пятом месте еще одни дебютанты – Шохану Алихан и БН, которые решили стать казахстанским питбулем и петь в дуэте со всеми подряд. Получается, судя по твоим голосам, очень даже неплохо. Не зря в Китай ездили, клип снимали. На строчку выше снова БН, но в этот раз с уральскими пельмешками Артуром и Раймом. Сенущен буду я лучше, Депкуэт. Видимо, еще не в курсе, что произошло на строчках повыше. Но обязательно узнают. Стучит, вместе проводим ночи. Кими земля гармоник учи. Сенущен буду я лучше. Сердце сексенред стучит, вместе проводим ночи. Кими земля гармоник учи. Сенущен буду я лучше. Со своего любимого третьего места стартовала крошка Зируза. Ее новое творение называется «Кеш». В остальном типичная Зируза. Интро в машине, сложные подростковые отношения, сладкий голосок и третье место. Зируза такая Зируза. Ньютон, привыкшие быть на первом месте, вполне предсказуемо сложили свои полномочия. Поверс превращаются в партизанский отряд, а их истинная сила столкнулась с настоящим испытанием. Чем это все закончится, узнаем в ближайшей неделе. А пока Шимайля. Ешекиге поломали е, играл сенал берінен сирек, менен зембелек, эзгеге мүлде оқсамай. Ну и прежде чем орлята перекричат футбольных фанатов, обернемся назад. На 10-м месте старушки Джейран. Рокеры из Фаренгейт стартовали с 9-го. Еркихан и Ера сегодня 8-е. Нуртас Брос на 7-ке. Дастан Оразбеков 6-й. Пятерка у БН и Шокана Уалихана. В шаге от тройки снова БН с Раймом и Артуром. Сердце сексенред стучит, вместе проводим ночи. Кими земли армали кучи, сенушен буду я лучше. А вот Зируза снова в тройке. Ньютон отныне серебряные и, видимо, надолго. Смотрите, кто пришел. Впервые с 8 сентября прошлого года в хит-параде Гакку ТОП-10 появились эти разноцветные светлые головы. Тут и добавить нечего. Две цифры, две буквы. 91.
Ие. Манола гуппи, тупи, ойлама отрикпи, бупи, кара бере. Мунда кара, чирэнда по, мунда кара. На этом все. В эфире был самый актуальный и прозрачный чарт казахстанской музыки во вселенной Gaku Top 10. Не забывай голосовать в Telegram, лайкать в Instagram и следить на YouTube. Сайонара, бой!